С Международным днем пожилого человека поздравил электрогорцев наш город. Праздничный концерт состоялся 1 октября в актовом зале лицея. С поздравлениями выступили известные люди города. Среди них председатель Совета ветеранов Николай Осипенко, председатель общественной организации «Дети войны» Светлана Конкина, председатель общественной палаты Ольга Бобинова, настоятель нашего храма отец Александр. Если человек полон энергии, если у него есть любимое дело, он всегда остается молодым. Поэтому от своего имени, от имени общественной палаты, я вам всем желаю здоровья, молодости, бодрости. Радуйтесь каждому дню и будьте счастливы. Концертными номерами гостей поздравили творческие коллективы города. Администрация города и спонсоры приготовили пожилым электрогорцам подарки. А на следующий день, 2 октября, празднование состоялось в столовой бывшего мебельного комбината. Настоящий праздничный фуршет устроили пожилым работникам предприятия и членам Совета ветеранов компания Green Ecolife и администрация города. Электрогорское телевидение поздравляет вас с праздником. Знайте, вы для нас всегда молодые. Будьте здоровы, активны и счастливы!